Гороскоп с 23 по 29 октября для всех знаков зодиака. Овны, вы далеко не всегда выбираете правильную линию поведения, порой позволяя себе обидные замечания в адрес людей, чувствительность и впечатлительность которых вам хорошо известны. Будьте аккуратны, есть вероятность обидеть самых близких людей. Тельцы, эта осенняя неделя склоняет вас к апатии и нежеланию заниматься даже самой простой работой. Впрочем, стоит принять ситуацию как есть. Вашему организму и мозгу требуется передышка, и противостоять этому не стоит. Сделав сейчас себе небольшую передышку, вы с лихвой компенсируете это трудовым энтузиазмом в последующие дни. Близнецы. Сейчас вы, вероятно, проигнорируете даже очень хорошие советы. Результат может вас сильно удивить. Помните, что ваши возможности, в том числе и финансовые, не безграничны. Не берите на себя слишком много обязательств и пустых обещаний, которые будет трудно выполнить. Раки. Прежде чем начать действовать, решите, чего на самом деле хотите. Не исключены приступы неуверенности в себе, страх перед будущим. Вам захочется сохранить некоторые тайны от окружающих свои сокровенные мысли и тайны. Львы, вам стоит больше проводить времени наедине с собой. Только погрузившись в себя на какое-то время, вы сможете найти ответ на многие вопросы. Вам придется много потрудиться как на работе, так и над собой. А любой период работы заканчивается хорошим отдыхом, который вам сулят эти выходные. Дева. Серьезные перемены предвидятся в личной жизни. Они носят положительный характер, но сам процесс может быть достаточно резок и неприятен. Это не обязательно расставание с человеком, но как минимум изменение привычек, сложившегося поведения. Весы. Не торопитесь, даже если очень хочется. Звезды проверяют, научились ли вы быть терпеливыми, сдерживать свои порывы, дождаться благоприятного момента. Прислушайтесь к советам опытных людей. Это лучше, чем действовать на свой страх и риск. Скорпионы. Время хорошее для начинания новых дел, для построения планов и их реализации. Ничего нельзя откладывать в дальний ящик. Если вы решили что-то делать, то нужно делать это сейчас. Если вы долгое время откладывали какие-то дела или решения, то эта неделя лучшее для них время. Стрельцы. К середине недели вы получите мощный заряд энергии, который позволит вам разрешить практически любые ситуации. Наметится четкий план действия. Обострившаяся интуиция позволит понять, кто на самом деле ваш друг, а кто нет. Эта неделя подходит для расстановки точек над «и» и ваших взаимоотношений с друзьями и близкими. Козероги, сейчас вы сможете наконец-то убедиться в том, что вас действительно окружают верные друзья, готовы вам помочь. Начало недели будет связано с весельем в кругу друзей, совместным чаепитием или вечеринкой, поэтому вам лучше всего принять позицию отдыхающего, так как все вокруг решится само собой. Водолей. В вашей жизни наступает некий переломный момент, когда вы вольны ее изменить так, как захочете, с чем-то расстаться и что-то получить взамен. Проявите решимость и действуйте в согласии с собой. Рыбы, в течение недели ваши планы способны резко измениться. Возможно, это произойдет по независящим от вас причинам, а может, в этом будут виноваты вы сами. Так или иначе, ситуация потребует от вас умения приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и соображать на ходу.